Для откачки меда используем блок управления, который способен работать в полуавтоматическом режиме. Для выбора программы необходимо нажать и удерживать кнопочки скорость, одновременно две. После этого кнопочками время выбираем нужную нам программу. В данном случае это программа номер 3. Подтверждаем выбор однократным нажатием кнопочки старт. Третья программа работает в три цикла. Первый цикл видим на наклеечке, вот расписаны все программы. Первый цикл — скорость 60, 1,5 минуты. Второй цикл — скорость 85, 1,5 минуты. Третий — 85, 1,5 минуты. Что это означает? После нажатия старт медогонка открутит в одну сторону со скоростью 60, 1,5 минуты. Далее войдет в паузу, будет ждать, пока вместе вы подойдете, развернете рамки вручную. Нажимаете старт, она автоматически меняет скорость и время, откачивает вторую сторону, далее снова входит в паузу, ждет разворота рамок вручную. Нажимаете старт, откачивает третий цикл, завершающий при откачке меда. Итак, посмотрим. Нажимаем старт. На табло отображается разгон ротора, общее время откачки. Рамочки наши загружены. Процесс откачки начался. Вот видим, первый мед начал выходить из рамок. Заблестел на барабане. Редуктор работает бесшумно. Двигатель абсолютно не греется. Для этого у нас есть пирометр. Вот такое устройство. Мы меряем температуру двигателя. Вот, как мы видим, 32 градуса. Откачали мы меда. Вот почти полный бак. Так, смотрим. Идет время отсчета. 1,5 минуты первого цикла. Сейчас закончится время, медогонка войдет в паузу. 3 цикла, на мой взгляд, сделано очень удачно. Вот, пикнуло таймер, отсчитывает 15 секунд паузы, после чего индикатор старт вот начинает мигать, и мигает бесконечно долго. Пока если вы не подойдете, не развернете рамки и не подтвердите выполнение второго цикла. Вот, развернем рамочки. Медогонка у нас старая, советская. На другую еще денег не заработали. Вот, рамочки мы развернули. Нажимаем старт. Включается автоматический реверс. Ротор начинает вращаться в другую сторону, бруском вперед, по правилам откачки. Вот. Таймер отсчитывает дальше время, но уже выполняется цикл номер 2, 1,5 минуты со скоростью 80 оборотов, процентов от мощности. Как мы видим, скорость увеличилась, мед активнее начинает выходить из рамок. Вот прям пошел. Уже полный бак, нужно сливать мед. Мед в этом году качаем поздно, поэтому он густой, выходит тяжело. Рамочки прогреваем перед откачкой. Итак, смотрим, выполняется цикл номер 2, третья программа. Вот это 80 или 85% от мощности. Время работы — 1,5 минуты.
Чем удобна программа? Тем, что нам не нужно каждый раз менять скорость и время и следить за реверсом вращения. Это за вас сделает электроника. Вот смотрим. Сейчас дойдет таймер до минуты. Вот, входит в паузу. Досчитывает таймер. Как мы видим, вот сработал реверс. И пульт вошел в паузу. Оставшееся время ровно 1,5 минуты. Разворачиваем наши рамочки. Вот. И подтверждаем выполнение программы стартом. Происходит. Включился реверс. Начинается разгон медогонки. Так, смотрим. Докачивается последняя сторона. Как мы видим, мед снова активно выходит из рамок. Рекомендуем вам использовать полуавтоматические блоки управления. Это ускоряет процесс откачки, исключает вероятность того, что вы забудете изменить время и скорость и включить реверс.